Сегодня Воронежский государственный университет посетил Нобелевский лауреат, академик Российской академии наук Жорес Алферов. Встреча с воронежцами началась с вручения Жоресу Ивановичу диплома и мантии почетного доктора ВГУ. Нобелевский лауреат приехал в Воронеж с супругой, кстати, нашей землячкой. Так что столица Черноземья для академика не просто город с научным потенциалом и перспективными учеными. После торжественной части состоялась открытая лекция, на которой Жорес Алферов рассказал о истории и значении прорывных инженерных технологий 20 века, дал им свою оценку и обозначил перспективу развития новых научных горизонтов на ближайшие десятилетия. У нас образование упало. Не зря мы говорим «баба ЕГЭ», потому что образование – это прежде всего учитель. И учить без учителя нельзя. И никакие ЕГЭ вас здесь не помогут. Это только падение образования. По ЕГЭ можно правила уличного движения сдавать. Всегда в образовании и с первого класса, и в аспирантуре, и в магистратуре, и в школе все время это учитель. И мы все пожилые люди помним своих учителей всех. И если чего-то мы и достигли, то благодаря нашим учителям. Я желаю, чтобы Воронежский университет свято соблюдал и развивал эти традиции. Все-таки Черенков закончил ваш университет. Вы среди выпускников имеете нобелевских лауреатов. Почетный доктор у вас сейчас нобелевский лауреат. Поэтому и нужно вообще все делать. И в Воронеже была настоящая новая технология. И в полупроводниках, и в авиации, и в космосе. А сохранилось чуть-чуть. И когда высокие технологии – основа экономики, их могут делать только образованные люди. И они уже не будут писать ту ерунду, которую сегодня пишет часто необразованная молодежь. Спасибо за внимание.